приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня я вас поздравляю всех с наступающим Старым Новым Годом. И хорошие сегодня, конечно, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся. Потому что в Старый Новый Год можно загадывать желания, можно гадать, можно делать всякие чудеса. Чао! Дедушка тоже меня приветствует и желает всего самого хорошего. Наши соседи. Ну, а сегодня я хотела бы с вами поделиться такой вот интересной методикой, новой методикой красоты. Я случайно узнала, что алоэ, оказывается, очень хороший, его можно использовать везде. А оказывается, у нас он тут растет, и мы его до сих пор не использовали. Один раз я уже сделала такой шампунь, и сегодня поделюсь с вами, как его можно делать, потому что я в Ютубе увидела, оказывается, так просто. И так это здорово, действительно, для волос вообще супер здорово. Сейчас я буду вас себя показывать. Ну, в общем, вот так вот у нас тут растет он. Где-то коты тут немножко копают его, но ничего страшного. Мы его насажали. Сейчас, конечно, здесь еще и крапива у нас тут растет. В общем, у нас тут весна. Все растет, цветет и пахнет. Вот эти листья я беру. И потом их делаю из них сок, а потом перемешиваю с шампунью. Оказывается, дорогие мои, эти листья очень хорошо отрываются. Я думала, что их там надо как-то обрезать, а их просто вот раз и все, и они уже оторвались. Конечно, потом я их кладу в пакетик, тоже колючие чуть-чуть, но неважно. То есть вот они, видите, как хорошо отрываются. Никаких ножей, никаких ножниц не требуется. Я обычно беру их, ну, штук несколько. Посмотрите, какие сочные они прям вот. Крапива, конечно, сочная тоже. Прям хоть делай щи из крапивы. В общем, сегодня все у нас растет, цветет и пахнет. Немножко поцарапала, ну да ладно. Короче, нарвали листья. И потом я покажу, что с ними делать. Ну, а у нас, конечно, солнечная погода. И вообще весна красна. Итак, мои дорогие, сначала мы наши листики, не наши, а листики алоэ, хорошенько промываем. Потому что видели, в какой грязи мне там находится. И немножечко кладем, чтобы они подсохли. Ну так, чуть-чуть, потому что подсохли или не подсохли, особой роли это дело не играет. Ну, помыть их надо. Короче, я набрала 1, 2, 3, 4, 5 и 6 листиков. Два из них не очень больших. Ну да ладно, сколько будет, столько и будет. То есть здесь роли не играет, сколько у вас листьев есть, столько и есть. Вы можете делать это из всего, чего у вас, сколько листиков есть, столько вы можете и делать. Вот они у меня, какая красота получилась, смотрите. Ха-ха. Сейчас мы из них будем сок делать. А пока они пускай немножечко у нас отдохнут, мы сделаем себе чашечку кофе. Вот у нас машиночка уже готова. Раз, мы сюда. Я предпочитаю вот такой вот красный. Вильченцо делает себе серебряный, потому что он более сильный. Сюда вставляем. Ну, мы сегодня сделаем красивые чашечки. Вот такие у нас вот есть чашечки, которые мне подарила Оксаночка. Оксаночка, мы из них пьем, мои красавицы. Вот так вот нажимаем на кнопку. Сахар у меня такой вот есть коричневый, а есть и белый. Мне без разницы. Себе я кладу одну ложечку. Ну, один пакетик, я имею в виду. Вильченцо любит аж три. Делаю себе немножечко вот такой вот, довольно-таки крепкий, потому что с утра у меня был не очень крепкий. Все, кофе готов. Выключаем. И, конечно, делаем бриндизи. Поздравляю всех с вас с наступающим Старым Новым Годом, мои хорошие. Кофе получился замечательный. Из Италии с любовью, и с кофе тоже. Как это все вкусно. Так, кофе выпили. Теперь приступаем к нашему делу. Так. Для этого нам понадобится нож и ложечка. И, конечно, потом еще и блендер. Так, в общем, показываю. Нужно разрезать пополам наш листочек алоэ, ну, как получится, потому что он немножко загнутый, но нам нужна серединка. Я сначала давно-давно-давно в детстве, когда делала сок, я перемалывала все,
Оказывается, вот эта внутренность только нам нужна. И она очень хорошо очищается. То есть берешь за хвостик, и вот эта внутренность раз, и счищается. То есть вот это вот получается вот такая штучка слизлая. Мы ее бросаем сразу в блендер. Хоп. А то, что осталось, вот эти листики, мы потом выбросим. То есть и с одной стороны, и с другой мы ее вот так вот ложечкой очень хорошо, она получается у нас очищается. Вот такая слизь, типа медуза. В общем, мы ее кладем в блендер, а все, что осталось, выбрасываем. И так делаем каждый листик. То есть, как я уже говорила, разрезаем пополам. Перчатки можете надевать, можете нет. Но если уже проткнулось, то и так проткнется. Хочешь в перчатках, хочешь без перчаток. Все равно колючки это колючки. Перчатки вас не спасут. Поэтому просто нужно быть аккуратным. Раз и сюда. Ну, в общем, то же самое я проделаю со всеми остальными. А Винченце делает себе кофе. Винченце, салют, тути. В общем, короче, у меня осталось еще три вот таких вот листочка. И каждый раз у меня получаются такие вот медузы, тянущиеся. Еще два самых таких жирных и красивых листочка. Осторожно, конечно, руки немножко колят. Ну, ничего страшного, это такое дело. Вот эти, конечно, листы у меня самые жирные. Из них очень много получается вот этой вот консистенции. Такой вот, именно как медузки они тянутся. Дело в том, что если вы работаете без перчаток, этот сок алоэ попадает и вам на руки. И тоже это хорошо, потому что действительно сок алоэ это вообще супер здорово. Тем более, что если вы делаете своими руками, это вот именно натуральный, не разбавленный, нет никакой там воды, никаких там всяких олью де пальма, пальмового масла и так далее. То есть это у вас все именно натуральное, то, что вы сами сделали. В общем, последний листочек. Что я хочу? Мы сейчас делаем с вами шампунь. Ну и, конечно, это у нас идет и гель для душа. Мы в одном флаконе и то, и другое используем. А вообще, вот когда сейчас в блендере можно это сделать, это можно делать и для пищеварения хорошего. То есть вы можете сделать вот такой сок, перемолотить его, поставить в холодильник, можно добавить ложку меда, и у вас получится шикарный такой антивирусный, и даже не антивирусный, а именно вот укрепляющий иммунитет, такой вот натуральный, так сказать, компонент, который довольно-таки дорого стоит, и еще там неизвестно, что напихано. То есть у вас это все натуральное, дорогие мои. То есть вот вы сами делаете алоэ, и вы знаете, что там уже ничего нет из тех ингредиентов, которые противопоказаны вашему организму. То есть это все у вас натуральное. В общем, последние листочки я сделала. Вот такие вот медузки у меня получились. Ну, как я уже говорила, я делаю шампунь и гель для душа. Это я видела у одного мальчика, который в Ютубе делал. Короче, у меня здесь вот этот сок алоэ. Я добавляю всего 1 граммчик шампуня. И все. И перемалываю это все в блендере, дорогие мои. И у нас получается и гель для душа, и шампунь в одном флаконе. В общем, не буду вас этим звуком пугать. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот, смотрите, какая красота у меня получилась. Получилось все такое, как крем. Прямо хочется обязательно его вкусно съесть. Ну, как я уже говорила, съесть его можно. Особенно если с медом. Посмотрите, какая прелесть. То есть пенка такая. В общем, получился натуральный крем. Но потом он уже немножечко, когда осядет, получается где-то вот такой вот консистенции. Просто обыкновенный шампунь. Ну, мы говорим шампунь, но используем его и для тела. Почему это хорошо и для тела, и для головы? Ну, волосы, как я говорю, хорошие. Даже можно не использовать бальзам. Уж на что у меня они такие сухие, пересухие. После этого
я бальзам не использую. И они у меня получаются мягкие, пушистые и натуральные. Ну, поскольку возможно, так сказать, из того, что у меня есть. Ну и, конечно, когда я использую гель для тела, я сначала умываюсь, прямо с мочалкой делаю себе пилинг. Прям хорошо-хорошо тру, и потом смываю. Получается, лицо тоже очень мягкая кожа, дорогие мои. Поэтому всем советую. Всего-то вот раз и все. Тем более, что у нас там и заросли. Не только у нас, еще и у соседей. Мы там тоже будем брать, когда вот это закончится. То есть это у нас вот этот, так сказать, шампунь и гель. Все вместе. У нас практически на 2 недели точно хватает. Потому что мы принимаем душ. Винченцо вообще каждый день после работы, а я через день мою голову, ну и, конечно, тело тру с мочалкой. Поэтому хватает и мне, и ему на 2 недели точно, а иногда и больше. Ну, когда закончится, я делаю свежий, то есть, чтобы у нас был. Может быть, в следующий раз, или даже, может быть, сегодня, после обеда я спущусь и сделаю еще немножечко такого же с медом. То есть, будем мы очищать и внутренности, и наружности. Поэтому вот такой вот у меня сегодня рецептик. Дорогие мои, делайте свое здоровье, свою красоту своими руками. А я вам желаю, как обычно, счастья, радости, любви. И с Новым годом, с наступающим старым Новым годом, загадываем желания, дорогие мои.